Всем салам алейкум. Рад, друзья, снова вас всех приветствовать на моем канале, где мы сегодня будем готовить вот такой большой кусочек мяса целиком. Готовить будем по такому рецепту, по которому я еще не готовил, скажем так. Одну большую кость убрали. Теперь, друзья, уберем лишние вещи. Готовить будем, друзья, мы наш кусочек мяса, замариновав в соусе. Для маринада будем использовать вот такое оливковое масло, паприку, базилик сушеный, розмарин и чеснок, а также хмели сунели. Погнали! Зальем примерно грамм 50 оливкового масла. Добавим 1 столовую ложку паприки. После паприки добавим розмарин. Неполная 1 столовая ложка. 1 чайная ложка. Примерно говорю, 1 чайная, определенных граммов нету. 1 чайная ложка хмели сунели. За хмели сунели отправляем сушеный базилик. Видите, тоже неполная столовая ложка. 1 чайная ложка соли. За солью черный перец. Теперь, друзья, надо все перемешать до однородной массы. Чуть бы вы не забыли, самое главное, это чеснок. Перемешиваем после чеснока. Друзья, вы, наверное, поняли, для чего я сделал надрез. Надрез сделан для того, чтобы мясо хорошо замариновалось. Немного посолим изнутри. И за солью отправим сюда наш маринад. Честно скажу, аромат исходит сумасшедший. Абдулла не даст соврать. Скажи, Абдулла. Есть такое дело. Думаю, хватит. Теперь солим мясо сверху и потихоньку его, эту соль, втираем, чтобы оно зашло в мясо. Вот так вот. Вот так вот поставим мясо на гриль-решетку, которую мы предварительно хорошенько нагрели. Минуты 15 будем готовить на гриль-решетке, а потом мы замотаем наш
мегакосмический кусочек в фольгу, обмажем маринадом, потом уже замотаем фольгой и дальше отправим на открытые угли готовиться полностью. Посмотрите на эту красоту, друзья. Друзья, видите, какую корочку получило мясо. Теперь все соки останутся внутри мяса. Весь маринад, который мы отправили внутрь, все останется внутри. И вот так вот берем, обмазываем сверху. Теперь точно так же обмазываем нашим маринадом и с этой стороны, и со второй стороны. Просто не можете почувствовать. Жалко, что не можете. Теперь берем, друзья, и обматываем фольгой. Вот, друзья, что у нас получилось. Пошло шкварчание. Минут 40-50, думаю, будет достаточно. Будем ждать. Друзья, а тем временем, пока готовится наш большой кусочек говядины, пока она печатается, скажем так, мы приготовим гарнир. Гарниром сегодня у нас будет мощная такая картошка и вот такой не менее мощный курдюк. А теперь, друзья, делаем вот так. После делаем вот так. Посмотрите, друзья, на эту красоту. Разве это не великолепие? Экологически чистый продукт курдюк. Картошка свежая, местная, горная. Что может быть лучше вот этого всего? Посмотрите, пожалуйста. Красота, скажите. Друзья, дали румяную корочку нашему гарниру. А теперь берем и заворачиваем в фольгу.
как мы сохраним чесночный аромат и весь аромат курдюка с картошкой. Вот так вот. Вот, друзья. Ну, отсюда аромат исходит, описать невозможно. Сейчас она будет запекаться. Вначале мы дали небольшую корочку, красивый цвет, горчинку, запах дымка, а теперь будем запекать. И получится, я уверен, что-то умопомрачительное. Друзья, аромат, конечно, исходит сумасшедший. Запах чеснока, курдюка. Это нечто. Друзья, здесь что-то неестественное. Друзья, запеклось шикарно. Видите? Для кислинки и для красоты посыпем наше мясо гранатом. Дорогие друзья, наш целый кусок мяса на 5,5 килограмм готов. Будем пробовать. Бисмиллахи рахмани рахим. Отчетливо чувствуется аромат розмарина. Курдюк — это нечто. Курдюк, конечно, не все любят, но это полезная вещь, натуральный продукт. Друзья, картошка впитала в себя весь аромат. На этой прекрасной ноте я хочу завершить наш сегодняшний эфир. Подписывайтесь, друзья, обязательно на мой канал. Ставьте лайки, делайте репост, отправляйте видео своим друзьям, близким. Каждая ваша подписка, каждое ваше маленькое действие на моем канале – это для меня плюс. А каждый плюс – для меня превращается вот такой шедевр. Всем вам хочу пожелать того, чего вы сами себе пожелаете. Плохого вы себе не пожелаете никогда.
Ну и как обычно, 1 миллион долларов в месяц и крепкого-крепкого здоровья. Я продолжаю.